Фортеця у молдавському місті Бендер – світова пам'ятка архітектури. Одне з найбільших середньовічних укріплень на прутодністровському просторі. Мало хто знає, що ця архітектурна пам'ятка зберігає пам'ять про визначні події для України та українців. Так, у 1709 році саме сюди утік від переслідувань Москви гетьман Іван Мазепа, де й помер. Був похований у сусідньому містечку Варниця. З Бендерською фортецею пов'язано прийняття у 1711 році так званої першої конституції Європи – конституції гетьмана Пилипа Орлика, про що нагадує пам'ятник на честь 300-річчя конституції війська Запорозького. Він у вигляді книги, на якій викарбувані слова латинською та староукраїнською мовами. А ще тут стоїть пам'ятник письменнику Івану Котляревському, який під час військової служби 1810-11 років брав участь у задунайських походах Запорозької Січі, при взятті фортець Бендери та Ізмаїл. Кажуть, події, свідком яких він став, і лягли в основу його славнозвісної поеми «Енеїда». Цікаво, що фортеця як унікальна світова цитадель з'явилася у 1538 році на місці колишньої митниці молдавського міста Тигіна за наказом султана Сулеймана, того самого, дружиною якого стала полонянка з України. Наш замок построен в середине 16 века по воле знаменитого султана Сулеймана Великолепного. Султан Сулейман в 1538 году во главе армии направляется в поход против мятежного правителя Молдавии Петра Рариша. Рариш отказался выплачивать ежегодную обязательную дань. И когда турецкие войска подошли к Сучаве, тогдашней столице Молдавского княжества, то крепость была сдана без боя. Поскольку бояре, опасаясь за свою жизнь и имущество, сдали гарнизон и открыли ворота крепости. Заняв Сучаву в начале сентября 1538 года, султан Сулейман собирает совет с целью решить вопрос, как усилить контроль над непокорным молдавским княжеством. Пользуясь моментом, к нему прибыли послы от крымского хана. Сахиб Гирей, правитель Крыма, пожаловался, что каждый раз, когда татары возвращаются из походов по Молдавии, на переправе через Днестр, на них нападают казаки и влахи. Так звали турки и татары молдаван в 16 веке. Отбивают часть добычи и, самое главное, уводят ясыр. Татары попросили разрешения построить крепость на переправе через Днестр, чтобы защитить отряды, возвращающиеся из походов. Сулейман эту идею одобрил, но приказал вместо татарской крепости на переправе Тегеякяч воздвигнуть замок, имя которому дали Бендер. В память об этом на надвратной башне была установлена мраморная плита с описанием этого события. Это тарих султана Сулеймана. Он начинается такими словами: «Я раб Аллаха и повелитель этого мира султан, а воеводу Петра, мятежника многозлобного, я изгнал. Когда от подков коня моего поднялась пыль, Богдан, так турки называли Молдавию в 16 веке, я завоевал. Хасан Бей на выкате Бендер укрепил переправу и помог морским беям. Я, Сулейман, потомок османов, построил крепость и приказал высечь хронограмму. Рядом с круглой печатью, где была подпись султана Сулеймана, указана дата 945 год хиджр. Это мусульманский календарь. В пересчете на христианский это 1538 год. Это и считается годом основания всей Бендерской крепости. Чуть выше двухглавого орла в нише можно увидеть пятиугольный белый камень. Этот камень, барельеф, был установлен мастером при строительстве этой башни. На барельефе изображена хризантема. На востоке очень почитаемый цветок, это символ чистоты и искренности чувств. И написано такое послание: «Ах, душа моя, рикеней ханым, любящий ее Маджар Мустафа». Так мы знаем имя одного из мастеров, который участвовал в строительстве этого замка. В конце 16 века султан Мурат III, чтобы защитить Бендеры от постоянных набегов казаков, приказал укрепить стены башен замка. И вот мастер, который проводил эти работы, в знак того, что работа выполнена должным образом, рядом с мраморной плитой можно на камне увидеть такой необычный знак. Это тамга,
То есть родовая печать мастера. А ниже он указал год. 992 год хиджр. Или в пересчете на христианский календарь, которым пользуемся мы, это 1584 год. В этот год вокруг замка была построена еще одна крепость. Это сторожевая башня и второй ряд стен. Вторую крепость воздвигли, чтобы защитить Бендеры от казаков. Дело в том, что казаки опасались, что турки после захвата Молдавии продолжат свои завоевания против уже украинских земель. Они неоднократно нападали на Бендеры и, как гласят хроники, в октябре 1583 года ночью на лодках-чайках спустились по реке Днестр к Бендерам, атаковали замок и поселение, которое было возле него. Поселение, где жили ремесленники и торговцы, они разграбили и сожгли, а вот замок турецкий гарнизон сумел удержать. Чтобы больше такого безнаказанного нападения на Бендер не происходило, Мурат III приказал усилить оборону Бендер. Для этого в Бендеры был направлен отряд янычар. И для размещения нового, более сильного гарнизона правитель Молдавии Петр Хромой и строит вторую крепость. Стены второй крепости были ниже стен замка, здесь был склон холма. И в историю она вошла как нижняя крепость, чтобы враг не мог беспрепятственно подходить к стенам крепости, перед ней вырыли сухой ров. Ров этот водой никогда не наполняли, несмотря на распространенное мнение. Турки на самом деле считали, что такой сухой ров гораздо сложнее преодолеть, чем ров, который можно просто переплыть. Рів проіснував до 19 століття, поки військові його зруйнували. Про нього досі нагадують підвалини з жовтого каменю, які збереглися до наших часів. Восточная часть крепости сохранилась до наших дней. Она выходила к берегу реки Днестр и во многом благодаря этому использовалась по назначению. Здесь располагались дома чиновников и офицеров, а также находилась казарма янычар. Сейчас вы можете видеть стены и башни нижней крепости. Прямо перед нами, накрытая красной черепицей, это стрелковая башня. Чуть вдалеке, не установленная, это башня-форт. Это та часть нижней крепости, которая сохранилась на сегодняшний день. Нижняя крепость должна была защищать Бендеры и переправу от казачьих набегов. Дело в том, что в 17 веке казаки придумали очень оригинальный и своеобразный способ, как обходить турецкую татарскую стражу. Они, находясь на некотором удалении от вражеской крепости, переворачивали свои лодки вверх дном, как бы притапливая их. И в таком положении шли вдоль берега Днестра. В момент атаки, перевернув лодки, они всплывали из-под воды. Так среди современников возникла версия о том, что в 17 веке якобы казаки научились строить лодки, способные плавать под водой. В реальности все было гораздо проще, но от этого не менее оригинально. И вот чтобы остановить такие хитрые набеги казаков, турки вынуждены были периодически перекрывать фарватер реки Днестр. Вот сейчас мы с вами выходим на Кронверк, где находилась турецкая артиллерия, защищавшая реку Днестр. И вот вы можете видеть, что Днестр сейчас чуть далеке от крепости. Но во времена Османской империи в этой части он как раз был значительно шире и вплотную подходил к Бендерам. И вот турки от нижней крепости до левого берега, где была еще одна сторожевая башня построена, протягивали железную цепь, как бы перекрывая фарватер и тем самым защищая Бендеры от атак казаков. Но это не всегда помогало, конечно, гарнизону. Вы можете видеть то место, где когда-то находилась и переправа Дягяня-Гяч. Она известна с давних времен, но впервые упоминается в документах в 1408 году. Переправа эта находилась на пересечении важных торговых путей. Была она как раз в районе современного городского пляжа. И вот когда султан Сулейман выбирал место для своего замка, то он
выбрал именно это место, поскольку здесь пересекались важные торговые пути. Первый проходил по реке Днестр из Подолья и Волыни, это на севере, это западная Украина и северное Приднестровье, везли зерно в Черноморский порт Белгород. А вот с юга, из Крыма, через переправу Тегини-Кяч, дальше на Молдову и Польшу, шли караваны с восточными товарами – шелка, пряности, драгоценности. За право прохода через владение султана все купцы были обязаны платить пошлину. Колись у нижній фортеці була розміщена турецька митниця, яка в Османській імперії вважалась найбагатшою. У 18 сторіччі з'явилась легенда про турецькі скарби, які нібито сховані в підземеллі. У 1770 році російська армія вперше взяла турецьку фортецю Бендер, але скарбів так ніхто й не бачив. От посмотрим прямо, видите, виступає кам'яний угол стіни. Це бастіон. Це частина третьей внешней крепости, которую и все видят, приезжая к нам в Бендеры. Эту крепость построили в 17 веке европейские инженеры по заказу турецкого правительства. Эта крепость должна была защитить замок Бендер и Нижнюю крепость, а также жилые кварталы, которые сформировались вокруг них, от неприятеля. Дело в том, что с 17 века Бендеры – столица турецкой провинции. Бендерский Санджак. Или Бендерская Рая, еще упоминается. Все земли от реки Днестр до реки Прут на юге Молдавии турки отобрали у молдавского княжества. И обратно княжество уже никогда не возвращали. Это считалось собственностью султана. В Бендеры назначался губернатор Стамбула. Здесь, в крепости, размещался гарнизон в 10 тысяч человек. Но в случае похода здесь собиралось до 40 тысяч воинов ислама, как пишет Эвлия Челеби, выступая против неверных. Сюда прибывали гарнизоны из Измаила, Килии, Акермана и Очакова. И дальше они двигались на север против Молдавии или Польши. Сираскиру Бендер подчинялись все турецкие войска, а также татары, которые часто выступали в качестве союзников Османской империи. И вот эта третья внешняя крепость, состоящая из 10 бастионов, защищала Бендеры от врагов империи. Вы въезжали к нам через южные ворота, и вот справа от входа вы видели бастион номер 1, слева бастион номер 2. А всего их было 10. И общая площадь всей Бендерской крепости 67 гектаров. Кроме гарнизона, здесь проживало от 9 до 12 тысяч человек. Насчитывалось 14 кварталов. 7 мусульманских, 7 христианских, 9 мечетей. Одна из них находилась в этой башне. Это была полковая мечеть Янычар. Центральная мечеть находилась возле ресторана «Старый бастион», рядом с первым бастионом. И была еще одна греческая церковь. Греки не случайно получили право строить в Бендерах церковь, поскольку очень часто султаны брали в долг деньги у купцов из района Фонариот, это в Стамбуле. Но назад требовать деньги у султана неприлично. Поэтому в благодарность султан давал различные привилегии купцам. И вот султан Ахмед III решил в 1711 году продавать трон молдавского княжества купцам-фонариотам, грекам. Кто первый больше всего заплатит, тот и становился правителем Молдавии на 2-3 года. Каждый такой правитель, приезжая в Яссы, тогдашнюю столицу Молдавии, тут же увольнял всех чиновников, а на следующий день объявлял цену за их должность. Поэтому в Молдавии говорили так: смена правителя – радость для безумца. Османський період в історії Бендерської фортеці найдовший. Далі її двічі відвоювали російські війська – українське козацтво. А у 20 столітті вона опинялась то у складі Радянського Союзу, то під румунськими окупаційними військами. А зараз на території Придністровської республіки, що відділилася від Молдови. Між тим реставраційні роботи продовжуються. Кошти на відновлення бастіонів виділив Європейський Союз.
Сьогодні фортеця в Бендерах – це найпривабливіший туристичний об'єкт, який нагадує про велику і спільну спадщину наших предків. Зараз тут розташований музей тортур, єдиний в Молдові. Також екскурсоводи запрошують на подорож до музею, де зібрана зброя усіх періодів існування фортеці. Проходять різні фестивалі й виставки, наприклад, День вина – колоритна подія, яка щороку збирає гостей з різних місць.